Всем все не передать, рассказывайте. Ну вот у нас плесень везде вообще идет. По всей квартире абсолютно. И как бы явно она из-за подвала. Сегодня был мужчина, сказал, что это не швы, это подвал. Но нам же ЖКХ сказали, что нам это ремонтировать никто ничего не будет. А мы почему? Причину? Почему? Да. Потому что они сказали, разбирайтесь со своими соседями-засранцами, кто из вас что топит, ремонтируйте самостоятельно. Вот, но это не все у нас еще. У нас еще вот здесь, и все, вот все попадало из этой плесени, сырости. То есть вот ляльку ждете, будете, грубо говоря, вот да. В таких условиях обалдеть. Вы, ну, здесь вот полностью комната. Здесь просто заставлено, у нас мы к ремонту разготовимся. Вот здесь все подходило, видите, с углов. Вот смысл там. Делать ремонт, да. Если все отмокнет? Это еще не вся девушка. У нас еще одна комната ужасная. Кухня. У нас даже пока фиг плесень идет на кухне. Вот, смотрите, все вот в плесень у нас вообще. И вот тут вот эта стена. И деньги платим, да, за содержание? Да, папа утеплять хотел, но там вообще все сожрало. Отопление уже. Отопление хреново еще произошло. Вот. Это еще мало. А за комодом у нас вообще стена гниет. Господи. Смотрите. Тут у нас вообще катастрофа. Я в шоке. Надо сейчас сфотографирую. Угу.